радости горе мне пели, но одна из тех песен память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Англичанин мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. Он наш русский мужик, коль работать не в ночь, он затянет родную дубину. Здравствуйте, дорогие друзья, в студии радио «Град Петров», Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем разговор о событиях столетней давности, февральская революция 17-го года в России. И вот сейчас мы день за днем, час за часом, исследуя события, движемся к событию отречения Николая II. Конечно, мне кажется, для наших слушателей это самое интересное событие в плане того, как понять, как это вообще произошло. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну вот мы еще в дне 28 февраля. Да, 13. А все еще вы говорите, что о никаком отречении речи нет. Нет, ни о каком отречении речи. Во всяком случае, даже мысли об отречении нет у русского генералитета. Более того, да. Да и у Николая II. Нет, ну это понятно, у Николая II. Ага. Более того, я бы сказал, что у русского генералитета в этот момент колеблются две точки зрения, высказываются по вопросу о политическом компромиссе.